Здравствуйте, дорогие зрители! Рады приветствовать вас в нашей новой программе «Осторожно, наука». Мы тут выяснили недавно одну интереснейшую вещь. Молдавские ученые обнаружили замечательную закономерность между температурой в холодильнике и временем хранения в нем продуктов. Странно, как никто об этом раньше не догадался. И знаете, к какому выводу они пришли? Вы удивитесь, честное слово. Вывод был просто ошеломительный. Молдавские ученые в результате проведения натурных экспериментов у себя дома и в домах соседей однозначно выяснили, что если в холодильнике опустить температуру на 4 градуса, то пища в таком холодильнике будет сохраняться на 4 дня больше. И таким образом каждая семья сможет экономить продуктов ежегодно аж на 100 тысяч евро. Причем совершенно не важно, какими деньгами вы платили за эти продукты, когда покупали их в вашем магазине. В чем логика? Люди станут меньше есть? В моем, вот, например, они не успевают портиться. Они там просто пропадают. Вчера были, а вот сегодня бац и нету. Ну, на возражение соседей, что при таком подходе тратится много дефицитного электричества, молдавские ученые заявили, что хоть электричество и жалко, но продукты питания еще жальче. А в резюме статьи по поводу этого исследования молдавские ученые сообщают, что эта их работа прошла одобрение и подтверждение от коллег из Британии. Это много значит. И молдавские ученые, окрыленные успехом, будут претендовать на премию Гулькина носа, учрежденную в Буркина-Фасо, специально для таких прогрессивных исследований. А у нас на сегодня все. Всего вам доброго. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и приходите чаще. Всем пока!